Изначально на этом объекте вентиляционные дымовые каналы из кирпича. Но когда заказчик попытался разобраться, выяснил огромное количество минусов, которые это может представлять. И кирпич ненадежен, швов очень много, и это самое слабое место, которое есть в дымоходе. Поэтому было принято решение делать здесь дымоходы керамические и вентиляционные каналы того же самого производителя из керамзитобетонных блоков. У них идеальное сочетание по размерам, они совпадают. Ну и размер трубы значительно меньше, чем это было бы в кирпиче. Такие дымоходы подходят практически для всех видов теплогенерирующих аппаратов, каминов, печей, котлов. Изначально начинается монтаж дымохода, допустим, как здесь в нише, подготовка данной ниши и ориентирование дымохода в пространстве относительно этой самой ниши. Шахта подготавливается, зачищаются стенки, где-то наплывы раствора, либо выступающий кирпич, это все поддалбливается, подтачивается. После этого, так как у нас будет вплотную клеиться, у нас добавлен несгораемый утеплитель, он приклеен прямо на стену с помощью специального клея. По инструкции производителя монтировать дымоход вплотную к стенам, даже как в этом случае они несгораемые, запрещено. С чем это связано? Во-первых, чтобы не просыпался вовнутрь мусор и не служил таким неким распирающим, расклинивающим устройством, выдавливая блок, разрушая материалы дымохода. То есть нам нужно заполнение и необходим демпфер, который будет позволять различным материалам по различному расширяться, сужаться, удлиняться и садиться. Для этого оставляется зазор, как по инструкции, 3 сантиметра. Не всегда, правда, получается 3 именно сантиметра. Здесь все нормально, предусмотрено. Берется изоляция. И устанавливается. Желательно это выполнять с приклейкой. Размещается в случае, если в данном случае здесь не требуется, тут цокольный этаж имеется. Если бы это было по грунту, допустим, пол там, либо плита, мы бы еще положили гидроизоляцию под дымоход. Здесь этого нет, поэтому поставили блок. Потом подгоняется еще, стоит обратить внимание, на какой высоте будет уровень чистого пола. Допустим, здесь он будет заливаться на 15 сантиметров. То есть на 15 сантиметров у нас дымоход сейчас установлен ниже уровня того пола, который будет здесь в окончательном виде. И поэтому мы забетонировали два первых блока. Это блок опоры, так как у нас дымоход с вентиляционным каналом. По просьбе заказчика установлена прочистная дверка для прочистки вентиляционного канала. Ну и она будет на уровне пола, для того, чтобы здесь еще не пересекаться с коммуникациями. То есть место его выбрано. После двух забетонированных блоков у нас устанавливается блок с прорезанным отверстием под решетку проветривания. Внутрь него устанавливается конденсат отвод. Элементов, на которые стоит обращать внимание в системе, достаточно много. Один из них, допустим, конденсат отвод. И вот, ну, многие недооценивают даже сам по себе дымоход, считают, что это труба, которая там протыкает дом, и все. На самом деле это инженерная система, очень ответственная система, и она должна быть продумана. Вот, допустим, о продуманности вот этого элемента, это конденсатоотвод керамического дымохода, можно тоже рассказать. Вот многие даже не задумываются там, а зачем он нужен. Ну и его значимость как-то умаляется. Это является обязательным элементом. То есть вся дымоходная система керамическая, ну, по крайней мере, эта, которую мы монтируем, она коренная, имеет собственный корень. Стоит на этом корне, а не где-то что-то. Вот этот корень в этой системе как раз и есть вот этот конденсатосборник. У него есть вот такие ножки, которыми он опирается, и от их ровности зависит вся ровность системы. Благодаря этим ножкам образуются каналы проветривания, и начинает работать вся система. То есть, ну, в дымоходе он стоит вот за такой решеткой, конденсатосборник. Как раз, то есть вот здесь у нас поступает воздух,
проходя через вот эти вот каналы конденсатоотвода, они уже совмещаются с каналами проветривания, которые у нас есть в каменной оболочке, в керамзитобетонном блоке. И заканчивается эта система и осуществляется проветривание благодаря тому, что сверху имеется конус. И вот здесь вот также зазор образуется, благодаря которому воздух выходит. Это зачем нужно? У нас при вот таком движении воздуха внутри канала происходит его проветривание, он охлаждается и он не перегревается. То есть это как система охлаждения в том числе. После того, как мы разместили конденсатосборник, проверили его расположение и соосность относительно дымохода, следующим этапом у нас будет установка изоляционных панелей. Мы их устанавливаем и отрезаем вровень с блоком. Изоляционная панель специальная здесь применяется. Это минеральные ламельные маты с порезами, что они будут охватывать трубу. И с обратной стороны есть кэширование, которое не позволяет раскрашиваться изоляции. Немножко хочется рассказать об армировании дымохода. В некоторых случаях, которые предусмотрены инструкцией производителя, это обязательная операция. Мы в своих работах 99% своих дымоходов всегда армируем, потому что это добавляет статической устойчивости и стойкости от внешних воздействий и разрушения дымохода. То есть даже в случае предельных нагрузок у нас, если было и суждено, то есть нагрузки превысили необходимые параметры и прошла некая трещина, дымоход устоит. То есть он не упадет, не поломает крышу, никому на голову не свалится. Поэтому армирование мы рекомендуем. Выполняем их резьбовыми шпильками М12 диаметром с обязательной проливкой на всю высоту и соединение на всю высоту. То есть у нас получится монолитный железобетонный столб высотой 10 метров вот в данном случае. Шпильки заливаются на всю высоту. Для этого используется готовый уже раствор цементно-песчаный, но разбавляется до жидкого состояния обычной водой. Сейчас мы будем заливать шпильку, но так как блок у нас лежал в помещении, он уже сухой, для того, чтобы раствор дотек до основания и нормально заполнил все полости, мы изначально плеснем немножко воды. Теперь начинаем заливать, несколько вибрируя, покачивая из стороны в сторону нашу шпильку. Как бы даже постукиваем ее, можно сказать, об стенки. Вот она у нас появилась на поверхности. Позднее он будет по чуть-чуть проседать, пока мы заливаем остальные, потом еще дополним немножко. Если мы блоки наружные, каменные оболочки, склеиваем на обычный цементно-песчаный раствор, то для склеивания керамики внутри используются специальные герметики, либо есть еще кислотостойкий клей FM-масса, так называемый. В данном случае мы используем герметик, у нас есть труба, предварительно подготавливаем поверхность, нужно ее обеспылить, слегка увлажнить, смести. Теперь наносим герметик. Моя личная рекомендация, как это делается. После нанесения герметика на подготовленную поверхность, мы теперь слегка разглаживаем этот герметик для того, чтобы как бы прокрасить все остальные поверхности и чтобы у нас была 100% герметизация и склеиваемость. Вся поверхность как бы прокрашивается, губка слегка увлажнена. После того, как герметик расправлен, с использованием той же самой губки мы вторую поверхность обрабатываем. Это делается для того, чтобы смести мусор и как бы слегка ее прокрасить. После того, как мы это сделали, мы переворачиваем. Вот как раз мы для этого и делали, чтобы герметик не отвалился. Часто бывает такое, когда не обрабатываешь так поверхность, переворачиваешь трубу, и он просто падает вниз. Весь или частично. И теперь мы соединяем две склеиваемые поверхности. После того, как выровняли трубу, нам нужно теперь вытереть выступивший герметик, замазав шов. Мы его одновременно собираем и уплотняем.
Вот когда мы уже установили следующий блок и его также залили, то есть все, он у нас забетонирован полностью, теперь мы эти шпильки закручиваем на них гайки. На все четыре, тем самым соединяя вот эти вот наши первые три блока. Это у нас получится единая конструкция, к которой будет крепиться весь остальной дымоход. Устанавливаются большие шайбы. И теперь накручиваются на них гайки. И вот когда мы закрутили шпильки, заармировали вот эти вот первый метр, остальной дымоход к ним крепится. Снизу у нас герметик уже затерли. Нам уже он не нужен будет доступ к этому шву. Теперь нужно защитить конденсатосборник и носик конденсатосборника, чтобы они не забивались раствором, падающим в них, герметиком и тому подобное. Предлагаю это сделать следующим образом. Можно взять полиэтилен от той же самой упаковки, в которой дымоход приезжает чаще всего, ну и какую-то бумажечку, чтобы это все дело впитывалось, и вам не пришлось потом скрябать внутри, вот в этом неудобной позе. Дальше дымоход продолжится уже. Следующий блок будет одеваться вместе с утеплителем одновременно. Идут стандартные позиции до участка подключения. Будет вентиляционная решетка и выше прямой дымоход. На втором этаже добавится сбоку четверка вентиляционных каналов. Некоторые заказчики находятся в заблуждении, думают, если я приобрел полный дымоход, он у нас укомплектован различными там примочками, инженерно продуман, о том, что каким-то волшебным образом мы привезли этот дымоход, его там накачали или на какую-то кнопку нажали, и он там как в голограмме раз и появился. К сожалению, так не бывает. Приходится решать инженерные задачи и нестандартные ситуации прямо на месте. Вот конкретный пример на этом объекте – это то, что при закладке цокольного этажа и планировании стен произошло смещение немножко осей, и вентиляционный оказался канал чуть в стороне от предполагаемой оси. Вот здесь мы будем решать проблемы следующим образом. Из кусочков, выпиленных из этих же самых блоков, которые будут там для прочистных отверстий, решеток проветривания и тому подобное, у нас будет составляться изнутри конструкция, которая соединит уже имеющийся проем с проемом в этом же керамзитобетонном блоке. Вот когда мы с заказчиком еще находились на этапе обсуждения, кирпичную делать конструкцию, либо делать из керамзитобетонных блоков с керамической трубой внутри, вот так вот, в том числе разложили. Вот у нас 6 каналов здесь, четверка вент-блок, дымоход плюс вент-канал. Он у нас имеет размеры 1 на 36 м. Здесь у нас размеры вот в такой раскладке, причем это самая оптимальная и минимальная раскладка, то есть все остальные они гораздо больше получатся. 63 на 1,25 м. Вот площадь вот этого у нас получится почти 0,8 метра квадратного. Вот эта вот площадь 0,36 метра квадратного, то есть вдвое. Вот это занимает меньше места. Вес будет раза в 3, наверное, меньше. Трудозатраты меньше. Скорость монтажа значительно выше. При всем при том, что вот это вот еще относительно хороший кирпич, который покупали, но если его посмотреть, да, то есть становится понятно, что какую-то ровную конструкцию из неровного кирпича выложить будет очень сложно. Это при двухрядном размещении вентиляционных и дымовых каналов. Если мы их выстроим в один ряд, даже с учетом того, что мы уменьшим сечение не в пятерик, в 5 кирпичей по кругу одного канала, а четверик выложим каналы, у нас огромная труба получится, и по площади она будет еще больше. Не верьте, попробуйте, проверьте. Если вам понравился ролик, подпишитесь на наш канал и не забудьте нажать лайк. Если не согласны с тем, о чем здесь говорилось, дизлайк. И мы всегда рады обоснованным комментариям. Знать ваше мнение важно для нас.